Добрый день. Сегодня хочу попытаться вывести вот такие вот пятна на платке. Не знаю, как они образовались, эти жуткие пятна. То ли это кровь, то ли это грязь. Но, в общем, скорее всего, это органического происхождения. Для этого возьмем обычный стакан. Засунем туда этот платочек. И зальем белизну. Ну, это средство продается за 15-20 рублей. Даже не будем его разбавлять. А прямо вот так вот зальем. И чем-нибудь утрамбуем весь этот платочек, ну, например, краешком зубной щетки. Вот и подождем, сколько там рекомендуется, для того, чтобы эти органические загрязнения растворились. То есть, ну, по крайней мере, они должны поблекнуть. Вот, то есть мы должны дать, сколько тут написано. Так, так, так. Ну, в общем, это хлорка, вы поняли. Водный раствор гипохлорита натрия. Тут даже рекомендуют 60 грамм на 10 литров. То есть это очень концентрированное то, что я развел. Ну, платок носовой не жалко, да? То есть если он немножечко будет поврежден данным средством. Вот. Что-то здесь про сроки действия вообще ничего не написано. Ну ладно, ждем. Потом после паузы будем смотреть, что получилось. Итак, я слил после нескольких десятков минут средство. И сейчас нужно прополоскать платочек. Посмотреть, что получается. Будьте осторожны, хлорка не должна попадать на руки. Идет такой характерный запах. Вот, ну и видим, что пятна существенно поблекли. Сейчас я расправлю двумя руками платок. Что же заговариваюсь. О, случилось чудо. Вот. Вы видите, что платок отмылся. Это не пятно там сзади, это просто небольшая грязь на самой раковине. Вот, вот так вот работает дешевое средство за 15-20 рублей. Белизна. Вот, надеюсь, что платок не стал слишком трухлявым после этой процедуры. Вот, еще прослужит некоторое время. Спасибо большое за внимание.